Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку Lucid Dreams. Люси, доченька, вернись к мамочке. Я... Все в порядке. Должно быть, я задремала. Милая, когда я зашла в комнату, ты сидела неподвижно и не реагировала. Будто в трансе. Мама... Я думал, что это просто сон, но все это правда. Я не совсем все понимаю, но думаю, что знаю, как нам помочь. Мне только нужно... Я никогда себя не прощу. Я заставила тебя страдать. Как я не замечала, что моя болезнь усиливается. Мама, прекрати. Просто послушай меня. Так, ну у нас новая картинка. Папа из моих снов напоминает мне о нашей встрече. Нужно показать ее маме. Все будет хорошо, пока весь воздух не выйдет. Возможно, однажды я дорисую им крылья. Мамочка, скоро ты снова будешь смеяться. Папочка, теперь я знаю, что ты в хорошем месте. Я все еще не раскрасила ее. Думаю, у меня мало времени. Думаю, мама видела, что она разбита, но она ничего не сказала. Ты бы никогда не грустил в тех снах. Я могу снова попробовать полетать на воздушном змее. Ладно, примем к сведению. Я очень люблю эти сказки. Хроники Нарнии. Я потерял эти книги. Как же они оказались здесь? Когда-то я запишу всю эту историю в дневник. Ладно. Если все закончится хорошо, мама сошьет мне новое платье. Ты же все еще заперто. Где же ключ? И где воздушный змей? Шкаф. Привет, дорогая Моль. Я скучала по тебе. Так, хорошо, поехали. Ну, нам надо показать портрет маме, да? Картонные облака. Пустая рамка. Ключ еще, да, висит какой-то. Это от комода явно. Мама, а ты знала? Папа в безопасности, он не страдает. И он хочет того же для нас. Я говорила с ним. Дорогая, мы больше не можем откладывать визит. Завтра мы пойдем к... Какой визит? Ты слышала, что я сказала? Я говорила с папой. Все хорошо, милая, тише. Ложись спать. Она нас... считает немножко поехавшей, да? Быстрее, пока мама не заметила. А потом мы попьем чаю. И я так понимаю, она считает, что у нас некое расстройство не только, ну, телесное, да, физическое, но еще и какая-то проблема с головой началась. И не верит то, что мы видим сны, она нас считает то ли лунатиком, то ли что-то. Ну, короче, совсем беда. Что я наделала? Надеюсь, еще не поздно. Ей становится все хуже, я должна попасть на совет богов, о котором говорил Метатрон. Хорошо. Ну, комод, да? Комод. Явно комод. Интересно, что же там внутри? Облако, фломастеры. Что это? Почему мама спрятала его здесь? Похоже, это она нарисовала, но я не припоминаю, чтобы она... Идеально подходит, как будто они всегда были единым целым.
Рисунок в рамке с облаками. И на карандаши, наверное. Что это вообще я за рисунок такой собираю? И куда его воткнуть? В зеркало? Типа зеркало-портал? Даже не знаю, зачем мне это делать. Или в окно? Да. Оу. Что-то чуть-чуть потряхивает, когда я в определенную позицию ставлю. Облако? Или это какая-то позиция сброса? Все трясется. Может, снова откроется портал? Не могу дождаться. Окей, но мы, походу, прыгаем в новый сон. Метатрон к нам пришел. Не волнуйся, Люси. Я пришел выполнить свое обещание. Я покажу тебе дорогу к совету богов. Метатрон, я так ждала тебя. Я знала, что ты появишься. Принеси свою просьбу богам. Но сначала ты должна открыть врата. Тогда поспешим. Маме с каждой минутой все хуже. Держитесь, приключения. Люси идет. Окей. Отправились в новый сон, продвигаемся мы с вами к великим и могучим богам, которые должны нам помочь. Все-таки матушка в чем-то себя все-таки продолжает винить, несмотря на то, что мы спасли душу нашего отца, но надо действовать. Где-то в конце туннеля должны быть ворота. Я чувствую себя такой слабой, но нужно идти. Хорошо, пойдем. Мы прибыли, видимо, в какой-то храм божественный, да, чтобы... Что? Чтобы к богам попасть, видимо, да? Хорошо. Что тут? Влево, вправо, влево. Окей. Ага. Я не могу сдвинуть дверь, нужно придумать что-то еще. С какой плитки начинается это все? Вот это последняя плитка, да. Вот это не нажимается. То есть 4, 8, да? И на стенке 8. Допустим, мы сейчас на первой и движение вправо, да? Но плитки не фиксируются. Надо чисто комбинацию. А это как работает? Подожди, то есть надо комбинацию по порядку, я имею в виду. Но, допустим, мы начинаем с первой, и мы должны выбрать любую плитку, которая справа. Потом следующую плитку обязательно левее. Потом правее, левее, 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 правее, правее. То есть на последние правее надо последние две оставить, явно. Значит, видимо, следующая это какая-нибудь вот тут. Теперь мы должны, типа, какую-то плитку левее нажать. Теперь какую-то плитку правее. Теперь три раза влево. И здесь уже что-то не так. То есть у меня эти уже нажимались, плитки. А нет, смотри, они как-то просаживаются все равно. Сейчас въеду. Вот это вот начальная с листочком. Мы с нее начинаем, и нам надо какие-то плитки правее. Потом...
Сейчас. Назад. На одну. Туда. Туда три раза. То есть пять. Тогда, наверное, вот с этой. А, но это нет, это не получится. Вот это должна быть. Ну, допустим. Потому что иначе мы две последних правее не закончим в конце. Вот в чем загвоздка. Подожди, а что за точка? Вот эта точка. Или она ничего не дает? Нет, явно нет. Тогда давай вообще вот как глупо сделаем. То есть начать надо правее. Соответственно, не начиная с первой. Тогда вот так. Тогда мы идем вот сюда. Один раз назад. Сюда. Теперь правее. Сюда. Раз, два, три. Раз, два. Ну, я вообще-то по всем правилам ходил. Странно. Может, это на одну плит, но на одну не получится, иначе мы повторяемся. Тогда, может, типа правее, левее. Но я не совсем понимаю, почему у нас фиксируются вот эти плитки. То есть вот они фиксируются, а другие не фиксируются. Вот это начальное. Теперь какую-то раньше надо. Можно было как-то пометить, что ли, начальную? Было бы как-то правильнее. Нет, стоп. Не так. Не понимаю эту загадку. Ну, допустим, первая стрелка — это то, что мы сюда пришли. Вот так они отпустятся? Да, отпустятся. Значит, только вот. Раз, два, три. А зачем схема? Я что-то не вижу. Четыре уже много. Какая-то бредовая загадка, если честно. Ну, допустим. Меня смущает, что вот тут они фиксируются. Но дело в том, что когда мы делаем вот эти три, да, если мы делаем какие-то другие, то все слетает, вообще любые. А. Может, какая-то начальная другая? Но все остальные плитки при наступании, они... Вот видите, вот это осталось, например, зафиксированной. Хорошо, давай от нее. Если это первая. Всего у нас их 8. И 8 шагов. То есть это первая, и следующая должна быть справа. Нет, слетает. Нет, слетает. Опять слетает.
Если это первое правое, что мы к ней пришли, значит, следующая должна быть левее. Слетает. Не слетает, только соседний. Допустим. То есть подстава в том, что я загадку уже решил, но она не принимается. Вообще не принимается. Видите, я все правые попробовал после этого шага. Она не принимается. Она опять меня влево требует. Чё я не понимаю? Что я делаю не так? Так, кое-что нащупал. Но опять же, где логика? То есть... 3, 4... Вот смотри. Вот смотри, дорогой зритель, и скажи, то ли я потек, то ли что со мной не так. Вот мы начинаем. Вот первое. Даже если я делаю наоборот и делаю это справа налево. Значит, раз, два. Потом обратное направление, три. Если даже следовать логике обратного направления, то я должен нажимать еще до две вот этих. Но они не продавливаются. Соответственно, раз, два, три, четыре, а дальше искать... Что за бред? Нет, не оно. Ну, допустим. Вот, все слетело. Тогда раз, два, три, четыре, пять. Давай вот эту нажмем, почему нет? 6. Эта задача сломана. Она неправильная. Она абсолютно неправильная. Почему? Потому что вообще ничего я не понял. Причем здесь последовательность. Она вообще здесь не в Красную Армию тут она. Ну ладно. Черт с ней. Так, что это? Что это? Куда это? Так, давай сначала, что здесь происходит вообще? Похоже на механизм. Точки такие, точки такие. Это те врата, о которых говорил Метатрон. Ладно, хорошо, я понял. Ломик. Ну все, пол игры пройдено. У меня есть лом. Это не самая лучшая идея. Это отличная идея. Че ты ломанули, да и пошли. Ну конечно тут что-то с порталами. Ладно. Угу, допустим. Точки такие же, как на механизме. А могу я? Да. Так, подожди, а могу я? Так, подожди, а могу я? А, я выдергивался. А спрыгнуть? Нет? Ага. Ага. Слушай, это, по-моему, не так просто.
По-моему, задача не так проста, как она выглядит на первый взгляд. Но общий смысл я начинаю улавливать. Во-первых, нам надо добраться до вот этих переключателей. Что вот этот переключает? Пока непонятно. А, то есть я могу выдернуть и оставить его работать. Хорошо. Слушай, а если мы, допустим, можем мы... Можем. А есть в этом какая-то разница? Смотри, мы сдвигаем, выламываем. Нет, этот пропадает. А если я двушку применю внизу? То есть поменяю их местами. Но мы открыли путь дальше, и отсюда, по идее, можно выдернуть, потому что два остаются. Отсюда бы еще выдернуть, чтобы осталось. Но я не смогу... Я, получается, по идее, не смогу вернуться, пока это все не пройду. Не совсем улавливаю пока логику загадки. Но в целом смысл понятен. Кого я обманываю? Я ни хрена не понимаю смысл происходящего. Но в любом случае, ладно, пускай здесь пока единица эта торчит. Пойдем дальше. Сейчас по ходу разберемся. Вот это переключение, оно не меняет ничего. Значит, он здесь вообще не в тему. Еще какой-то портал зажег. А так этот портал исчезает. Ну хорошо. А если я выдерну, он исчезнет? Или он уже останется навсегда? Он остается, между прочим. То есть, как-то это все дело... А, кстати, у меня, да, появился, смотри, переход. То есть, это теперь переход сюда. Походу, нам надо вот эти глифы вытащить и при этом создать себе путь назад. Но по какой-то логике работы... Я откровенно не понимаю. То есть, как-то их комбинируя, мы можем получить с вами фиксированное значение. Причем, в зависимости от того, какой ты глиф воткнешь, такое свойство он и дает. Но, во-первых, надо нащупать путь дальше. И, по-моему, это делается чисто перебором. А если я теперь двушку воткну, синий портал будет? А если я сейчас единицу воткну, синий портал вначале перенесет меня на низ, вот сюда, не направо, а налево? А его вообще не будет, этого портала. Если честно, я не совсем понимаю, почему он синий. Он же был красный. Это во-первых, а во-вторых, какой я знак должен собрать? То есть я могу мысленно представить этот знак. Что-то вроде вот такой позиции, наверное, правильно. Типа трилистника. Одна ветка вверху и две в бока. То есть вот эти контуры, они будут как бы стартовыми, начальными.
Но точной уверенности у меня именно в положении вот в этом нет. Также надо задаться вопросом, как туда перетащить другие глифы. То есть я сейчас даже два могу повращать. Но в итоге, я так понимаю, мы сюда должны все четыре сначала принести, а потом уже заниматься вот этими вращательствами. Потому что, во-первых, я не знаю, какую именно позицию мне надо поставить. То ли три трилистника вот так, ну то есть, либо как радиацию, но вот это более логично выглядит. И спрыгнуть она не может, то есть только порталы, только с помощью порталов. И вот этот исчезает. А я бы не хотел, чтобы он исчезал. Но он все равно исчезает. А если я вытащу, исчезает и вот этот. Да. Здесь мы точно все правильно решили. Это отключает низ. Кто-нибудь понимает логику того, как это делается? Я могу понять сейчас только одно, что если я вот здесь что-то прошаманю, то мы еще, наверное, внизу откроем портал. Но как это правильно пошаманить? То есть вот на единичку эта фигня не работает вообще теперь, да? Стоп, а я... Да, он ломается. Угу. Двойка вот здесь тоже ничего не меняет. Так, а, нет, она меняет, она мне закрывает путь дальше. Давай еще вот эту двойку возьмем с собой. И что-то там попробуем с ней. То есть вот тут попробуем. Во-во-во, смотри, внизу заработало. Хорошо. Только я их, получается, замкнул. А мне надо не замкнуть. Мне надо... переключить там дальше. Все, эти я оставил порталы, они уже намертво. Вот здесь надо переключить так, чтобы он вел вот туда наверх. Допустим. Ничего не дало, да? Значит, он совсем не отсюда. Так мы хоть чего-то добиваемся. Но сюда надо другую двойку тащить. Если я вот это выдерну, у меня синий не исчезнет. В таком случае мы себе как раз, да, сделали возвратный проход. Вот, вот так. Возвратный проход. Как-то странно звучит.
Ну да ладно. Вот это, как его зажечь? Дальше пути нет. Вот в чем беда. Вот так это 100%. Я, по-моему, тот же самый поставил. Или между ними нет разницы? А здесь... Ага. Мы где-то упустили, друзья. 100% упустили, потому что здесь смысл в чем? В колонне, получается, что надо перебрать все камни. То есть для первого нужна позиция влево, например. Для камня с двумя точками позиция справа, типа правильная, ну, условно. И когда два портала зафиксируются синими, тогда мы камень можем спокойно забрать. То есть как-то так это, видимо, работает. То есть если вот здесь у меня не зафиксирован красным, ну, портал до конца, значит, что-то я вот в этой стойке не сделал до конца. Видимо, так это работает. И, по всей видимости, и правда, это как-то так работает. Вот, допустим. Теперь... Если я выдерну, он исчезнет. Нет, портал тот не исчез. Значит, мы все делаем правильно. И они начинают работать на выворот. То есть работать наоборот. Значит, у нас получается пройти. В общем, это немножко странно. Но так и работает эта задача. Я, наверное, не смогу это объяснить. Но оно, наверное, и не надо. То есть, вот я отживал 4 глифа. Теперь единственная загвоздка — это вернуться. Чтобы вернуться, мне надо собрать какую-то другую схему. Допустим. Так, а это куда ведет? С этой стороны. То есть это будет выход конечный. И запутанная вещь. Но единственное, получается, что они у нас не зафиксированы на каком-то этапе ранее. Поэтому я не могу пока его как бы и активировать, и выйти. На самом деле решается несложно, но перебором. То есть надо реально перебирать вариации, чтобы к чему-то прийти. Какой-то вот схемы, логики во всем этом я затрудняюсь
строить, потому что непонятна реакция порталов. Что на что реагирует, что от чего зависит. И здесь мы не поерзали только единичкой. Но, возможно, она уже и не нужна. Ну да, все. Окей. А, подожди, есть разница. Ну да, он не должен работать. Хорошо. 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 Как-то так. Так, ну что, как складываем? Надо, наверное, чтобы еще трещины все сошлись. Довольно сложноватая часть, если честно. Ну и как-то вроде бы получилось все равно. Начальное наступление мне кнопки вообще не понравились. Вот это вроде понравилось, но она такая, какая-то своеобразная. Она тоже не поддается особой логике. Ну пойдем. Пойдем посмотрим, ради чего мы столько страдали. Это, видимо, боги. Что за существо? Похоже, оно уже слишком долго в объятиях моего брата. Гипноз. Прояви немного страдания. Разве ты не видишь ее страданий? Не бойся, дитя. Слушай Тару и подойди ближе. Никто не посмеет причинить тебе вред в присутствии Исиды. Почему ты здесь? Прошу вас, выслушайте меня. Моя мама страдает. Она постоянно живет в плохих мыслях. Боюсь, она не продержится очень долго. Только боги могут нам помочь. Любовь? Замечательное чувство. Ты очень смелая, даже если судьба настолько жестока к тебе. Но не судьба определяет дорогу человеческой жизни. Это выбор, который делаете сами. У тебя благородное сердце. Но мы не собрались здесь... Без причины. У нас есть свои заботы. Мы не можем вмешиваться в дела на земле. Уходи, дитя. Уходи, пока не утонула в реках забвения. Давайте продолжим наш совет. Я знала, что это будет нелегко, но я не уйду. Я сделаю все. Ну как ты смеешь? Я никогда не пойму высокомерие людей. Именно. В этом наша проблема, гипноз. Мы не понимаем людей, поэтому они покинули нас. Она могла бы нам помочь. Не потому ли мы собрали этот совет? Тара права. У этого ребенка достаточно сил, чтобы пройти испытание и дать нам понимание человеческих намерений. Готова ли ты к испытанию? Я не подведу вас. Я сделаю все возможное. Будет 3 испытания, Люси. Если ты их пройдешь, то узнаешь, как помочь твоей маме. Иди к холмам. Там ты найдешь дом из черепов, где живет мой доверенный кентавр Хирон. Когда вы встретитесь с ним, ты узнаешь, что следует делать. Правильно. У меня мало времени. Удачи! Пусть твоя любовь светит в темноте этого испытания. Давайте уже, наверное, на этом остановимся. Посмотрим, что же за испытание нам подготовили боги уже в следующей серии. А на этом пока все. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.